Уважаемые коллеги, хотелось бы рассказать вам кратко доклад о такой тематике, как особенности формирования продуктивности сортов живности при использовании посадочного материала, полученного разными технологиями. И также в докладе кратко коснуться селекции нашего Чуринска, представить некоторые сорта. Сегодня можно с уверенностью сказать, что жимолость стала промышленной культурой как в России, так и за рубежом. Об этом говорят ежегодные темпы роста ее промышленных площадей. Одним из крупнейших научных секционных и патоминководческих центров по жимолости является Мичуринск, где работа с культурой ведется с 80-го года. Введение в частные, а затем промышленные сады центральной черноземной культуры жимолости связано с именем Евгения Куминова, который курировал научное направление по культуре до 2006 года. В настоящее время в Мичуринске порядка 7 научных исследователей, ведущих работу по культуре в 3 научных учреждениях города по разнообразным направлениям. Благодаря работе этого коллектива создано проходит сорт испытания 21 сорт мичуринской селекции. Разработаны методические рекомендации по возделыванию, уборке урожая, кратковременному хранению плодов и другим направлениям. По мехуборке мы совместно с Институтом Лисовенко работали в свое время. Весьма успешным научным учреждением, молодым, коммерческим, негосударственным является Агропищепром, где уже создано 5 современных сортов, проходящих сорт испытания в коллекции 235 сортов и более 70 тысяч гибридов проходит изучение и хозяйственную оценку. О ценности жимолости как культуры любительского садоводства мы знаем уже более 40 лет. Селекционная программа для данной отрасли садоводства строится по следующим направлениям. Это первое – получение крупноплодных, высокопродуктивных сортов с транспортабельными плодами десертного вкуса, отсутствие на данных сортах посыпаемости и вторичного осеннего цветения. Это важно для любительского садоводства. Промышленных же масштабов жимолость только начинает возделываться, хотя уже сейчас крупнейшим производителем ягод является ТПК «Сава», Томск, Покчарский ОПС, НИИС Сибири. Значительные площади и участки закладываются в Нижегородской области, это компания «Рассвет», Воронежской области, «Дивный сад» и других хозяйствах. В связи с этим селекционная программа промышленного ягодоводства жимолости строится по следующим принципам. Получение одновременно созревающих сортов с прочным прикреплением плодов и плотной кожицы с оптимальными морфометрическими показателями растений. Это очень важно для промышленного ягодоводства жимолости. Согласно поставленным задачам, уже сейчас в Мичуринске выведены и переданы на испытание 21 сорт жимолости, об этом я говорил. Хотелось бы кратко представить вам последние новинки. Для садоводов, любителей и для промышленного садоводства, предполагающего ручной съем плодов, мы рекомендуем для испытания такие сорта, как Мичуринская Лада. Это сорт с достаточно крупными плодами. Данные я вам говорю при экстенсивном садоводстве, то есть без использования кормления, кабельного орошения. Эти данные получены в естественных насаждениях, как бы, по экстенсивному типу. Достоинство этого сорта – урожайность от 4 до 4,5 куста, килограмма с куста, масса плода средняя 1,3 грамма. Вкус ягод достаточно десертный. Для центральной части у нас такой показатель важен, как осеннее вторичное цветение. Этот показатель важен для продвижения культуры в более южные регионы. У нас здесь вторичного цветения нет по данному сорту, зимостойкость высокая, в принципе, как и по всем сортам, и осыпаемость отсутствует. Следующий сорт у нас будет сорт «Барышня». То есть по культуре сейчас мы пытаемся уйти на более поздно созревающие, хотя ценность культуры мы знаем, что в раннем созревании у нас в условиях центральной части России, в Мичуринске, она в отдельные годы начинает созревать с 20 мая. Однако вот этот сорт «Барышня», плоды первые зрелые мы можем видеть приблизительно 5-10 июня. И они сохраняются на кустах порядка 2 недель. То есть практически весь июнь мы можем собирать урожай с данного сорта.
Следующий сорт, этот сорт я бы очень рекомендовал для любительского садоводства за счет того, что он характеризуется очень крупными плодами. При условиях наличия капельного орошения и фертигации плоды его могут достигать 3 грамм. Это реальный размер, но особое достоинство данного сорта – это скороплодность. Как мы знаем, большинство сортов жимолости первые 2-3 года у нас идут в рост корневой системы, а потом уже идет наращивание урожая. По данному сорту первый промышленный урожай, это урожай более 0,7 кг с куста, мы получаем на 4-й год. Однако форма куста у данного сорта раскидистая, он предполагает только ручной съем плодов. И небольшой недостаток данного сорта, как в принципе во всех сортах есть достоинства и недостатки, здесь присутствует слабая осыпаемость в отдельные жаркие годы, засушливый период вегетации. Также сорт любительского садоводства – это Поклон Сибири. Достоинство его оценили уже в некоторых регионах. Он характеризуется очень слабо.